Около сотни вьетнамцев устроили антикитайский митинг в Гонконге, доказывая свои права на спорные острова в Южно-Китайском море. Демонстранты прошли маршем от правительственного штаба Гонконга до филиала Министерства иностранных дел Китая и вспомнили старый спор относительно островов не просто так. Напряжение между Китаем и Вьетнамом нарастает. Поводом послужила новая китайская буровая установка нефтеразведки в спорных водах. Во Вьетнаме прокатилась волна беспорядков и антикитайских митингов. Активисты заявляют, что намерены обратиться за помощью в международные организации.